В этом году ожидается хороший урожай. По оценкам специалистов, конечно, это предварительные оценки, но все-таки сбор зерна может составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы. Если так произойдет, а мы будем рассчитывать именно на это, то это станет рекордом за всю историю России. Если так произойдет, то это станет рекордом за всю историю России.